wife and I have been coming to El Shaddai Ministries for, I would say, at least 15 years, maybe longer. Моя жена и я приходили в Эл-Шадай уже, наверное, почти 15 лет, может, даже и дольше. Мы всегда сзади сидели, и мы всегда были как бы чуть-чуть тихонькими и просто как бы наслаждались служением Марка. Но в последнее время я узнал Бенгиди через просто слушание его учения и через понимание иврита, и глубину, которую этот мужчина может учить. Так что, доктор Вингиди, я бы хотел, чтобы вы учили, что Бог положил на ваше сердце. Спасибо. Спасибо, Лёль. И спасибо всем. Сегодня будет пение в письмах. Называется Шрам Тра. Это пение как бы океана. И это история как бы Пасхи и как они перешли через Красное море. И как раз в 15 главе Исхода, это первый как бы псалм, который они написали. И царь Давид некоторые даже некоторые слова из этого псалма сам использовал. Где-то 500 лет после того, как израильтяне в этой пустыне сделали этот псалм, то царь Давид 500 лет после этого как бы пел эту песню уже. И мы попробуем также испеть одну песню в иврите, если у нас будет время. Когда вы говорите слово «псалм», это всегда как бы вместе с одним музыкальным инструментом. И этот музыкальный инструмент, конечно, есть как арфа. Где-то 30 лет назад было муж и жена, они жили здесь, в Калифорнии. Они назад переселились в Израиль. И они переселились назад в Израиль. Они взяли миссию. Они как бы переделали эту арфу царя Давида, используя информацию, которая в Библии. Они как бы сделали прототип типа этой арфы. Пятнадцать из этих песней Давида называется Шим Халашалот. Называется песни как сущности. Арфа сама. Эта арфа имеет очень тяжелую дилемму у как бы музыка. Есть две как бы арфы. Есть одна арфа, которая имеет 22 струны. Есть 22 буквы в Еврейском Завете и 22 струн в этой арфе.
И многие музыканты пробуют узнать, в каком как бы в каком как бы ключевом и так что также сейчас не могут узнать как бы тональность, в которой играли на этой на арфе. Много лет назад, когда я услышал о этом проекте, я был очень, как бы, движен. И они очень старались и просто приложили много работы, чтобы построить этот прототип, как арфы, которая была у царя Давида. И когда израильтян как бы забрали в селение, как бы когда их убрали, забрали в рабство, то эти арфы остались. Так, опять назад к нашей истории о Марка и Афа Шашани. И они сделали Шашана и Майка, они используя инструкцию Библии. И они получили деньги, и они сделали первый этот прототип. Они получили очень много, как бы популярности от этого. И многие большие, как бы, я так хотел с ними поговорить, но они были очень популярными. Я чуть подождал, чтобы они... чуть время прошло, чтобы я смог с ними поговорить, но у них не было никакого, как бы, эхо. Они были очень смиренные люди. И я им позвонил, я сказал, это что я хочу от вас. Я хочу, чтобы вы пошли в храм Израиля, в и чтобы вы там как бы получили вдохновение и эта книга Псалм Псалтырь, она очень большая, у нее нету как бы организации, которой нам нужно. Я подумал, давайте ее разделим как бы в разные, может быть, темы. Как бы молитва за исцеление, как бы молитва к Богу. Просто все эти чувства, которые мы чувствуем каждый день в нашей жизни. Один день мы счастливы, другой день мы чувствуем очень как бы потеряны. Я разделил в разные темы. И я отослал этим Шана и Майка Шарари, я им отослал, я попросил, чтобы они пошли там в храм разрушенный, и там как бы писали музыку, которая как бы подошла к этим сотнями псалмов, которые я им отослал. И они мне отослали эту музыку. И я написал книгу потом вот эту, и через уже много лет, уже в интересных обстоятельствах. В тот день интересных обстоятельств я
вижу пару. Я узнаю, что она, Келли, имеет эту арфу. Она имеет этот прототип, и она от них купила эту арфу, которую вы сегодня услышите. И эта арфа вот здесь. Это как бы Херари Фэмили, эта семья построила вот эту. Это тот же самый прототип, который они построили там в Израиле. И там в Иерусалиме, где они делали вот эти арфы, то там у них был ужасный пожар, и вот это место, где они строили эти арфы, как бы разрушилось. Но они сделали что-то очень великое, когда они построили вот эти арфы. Они построили еще одну арфу, которая имеет 10 струн. Как можно на такой арфе играть? И эта арфа называется Кинор Асор. Так что всю сессию сегодня мы попробуем как бы сделать в молитве и прославлении. Я хочу просто чуть-чуть открыть с прекрасным звуком арфы. Я попрошу, чтобы Келли, пожалуйста, сыграла для нас с этой великой арфой. Я надеюсь, вы меня можете слышать. Чуть-чуть песни, которые, я думаю, вы можете знаете. Эта песня называется «Утро», разломалась. И эту песню оригинально написали в 1800-х годах. Элеонор Ферриант написала эту песню. Ее церковь попросила, чтобы она написала гимн для ее церкви. Она взяла очень-очень старую мелодию и поставила эти слова. И называется «Утро». Утро как бы поломалось. И это все как бы про вот этот, про первое утро как бы в Эдемском саду. Я чуть-чуть для вас сыграю. Да, и я также чуть-чуть расскажу о этой арфе вам. Рарис, они импортировали много разных дров. Как бы это все делается вручную. Им звонят и говорят, я бы хотел бы такое дерево использовать. Все сделано вручную. Я получил... Это дерево взяли с оливкового дерева, которое... было больше за 1000 лет. И каждый камень они использовали, они пробовали как много брать с Библии вдохновление, чтобы когда они делали эту арфу. Самое особенное, я думаю, об этой арфе, это что на тут снизу возле каждой струны есть буква еврейского алфавита. Если вы просто разрешаете, что ваши арфы, ваши пальцы просто играли, вы как будто просто, как бы, играете на еврейском языке.
Я просто чувствую, очень просто особенно, что я смогла получить эту. И это одна из последних пять, мне кажется, которые они сделали. Так что я просто чуть-чуть сыграю для вас. Thank you so much, Kelly. I felt the harp. Yes, definitely, definitely. Очень большое спасибо, Келли. Представьте храм в Иерусалиме, и этот инструмент играет, когда там левиты пели, когда священники там были в храме, и когда царь Давид сам прославлял Господа. И также все свои нужды Давид как бы пел Господу. Сейчас перейдем к истории. Это будет история истории. Это будет 15 глава. Шират Хаям — это песня как бы море. Исход, 13 глава, 17 стих. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не рассказался народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. Извините, чтобы не раскаялся народ. Да. И Бог не хотел, чтобы они переходили через как бы Газу. Я делаю как бы, ну, может у людей как бы есть разные, будет разные как бы мысли, и Бог не хотел, чтобы они испугались и возвратились в Египет. Так что Бог повел их вокруг, через пустыню Красного моря. И как бы народ израильский вышел из Египта, и они сделали как бы большой объезд, чтобы народ не испугался. И Моисей также взял кости Иосифа с собой. Потому что Иосиф как бы сказал, Иосифа как бы просьба была, чтобы его похоронили в Израиле с его отцами. И они вышли из Суккот. И, конечно, есть также и праздник, теперь называется Суккот. И этот праздник назвали после этого места. Это было как бы место, где они остались чуть отдохнуть. И, сука, это как бы... Это очень как бы временные, это очень временное как бы убежище, но и там используются как бы листья для крыши. И это просто очень временный как бы отдых для них. И они были и там, в краю как бы пустыни. Но народ израильский не был сам. И я надеюсь, что сейчас они и не сами. Потому что Бог есть с людьми. Может быть, мы не всегда видим, где как бы охрана Божья. В это время Бог, Господь, шел пред ними, как бы это было, это клома, как бы туча. Так что в этой пустыне у них не было никакого GPS или никакой карты, их вел Бог.
У них не было никакого интернета, ничего. Им надо было знать, куда идти. Эти люди были рабами 400 лет. У них не было никакого, как бы, экспириенса с путешествием. Они не знали, как куда попасть. Они шли в пустыне, и нету никаких, как бы, знаков, и они не знали, куда идти. И очень тяжелое, как бы, была там погода, как бы, местность. А ночью Бог был перед ними как столб огня. И, как бы, вот этот облачный столб был перед ними днем, и огненный столб был с ними ночью. Мы знаем всю эту историю. Это целая, как бы, борьба между Богом и народом израильским. Это сердце было людей, было таким твердым, как сердце фараона. И позже мы видим, как легко они отходили от Бога. Когда ты видишь все эти, все эти чудеса, и все равно так легко уйти от Бога. Но все равно это считается как новое начало, как бы, между отношением Богом и с народом израильским. И тогда Бог сказал Моисею: говори с народом израильским. И они пошли в Перехрод. И много этих тяжелых имен. Вы знаете слово Баал, Ваал. Это было имя, как бы, древнего, как бы, бога, который был, ну, не настоящего бога. И вот это, как бы, ихняя дорога. Бог говорит с Моисеем и говорит. Фараон скажет о людям Израилем, что они велики. Они потеряны в пустыне. Это, как бы, что фараон думает. И мы знаем, что было, как бы, уже 10 этих, как бы, чума была в, как бы, в Египте, и там уже многие умерли, но Господь все равно, как бы, окаменил сердце фараона. И, как бы, если посмотреть сбоку, то мы, как будто это Бог, как бы, руководит всей ситуацией. И мы думали, что, как будто, уже все это закончилось после того, как Израиль вышел с Египта, но все равно эта история не закончена, потому что фараон, все равно его сердце окаменилось, и он хочет, как бы, опять возвратить народ израильский в Египет, как, чтобы они были там рабами. И Бог сказал, как бы, я это сделаю, чтобы я есть Господь. Мы можем подумать, они не знали уже, что, ну, Бог Израилевый был настоящий Бог, потому что столько было, как бы, чумы и, как бы, разных, болезней в Египте, потому что фараон не хотел отпустить народ израильский.
но у египтян у них были свои боги. Но мы знаем с истории, что это было и с людьми, с народом израильским. Как бы Бог это не делал не только, чтобы наказать фараона, но также, чтобы показать народу израильскому свою силу. Но Бог знал сердца людей, и что... Было сказано народу, было сказано царю, как бы фараону, что народ израильский как бы убежал. И сердце фараона, и сердце его слуг повернулось как бы против народа израильского. И они сказали, почему мы отпустили народ израильский, почему мы их отпустили. И у них теперь есть как бы это сомнение, как бы сожалеют, что они отпустили. И фараон взял 600 как бы людей и капитанов. И Бог отвердил сердце фараона. И он как бы пошел за народом Израилевым. Слово «рама» — это, когда мы смотрим на этот язык, когда была эта глава написана? Это думает, что это было написано во время, когда это происходило. Это... Это слово «рама» не было как бы популярным в то время, так что некоторые думают, что это было написано, может быть, 100 или 200 лет после того, как это все случилось. Мы в 14 главе сейчас. Египтяне преследовали их. И как бы все свои кони возле Красного моря перед Баал-Цафон, перед этим местом, которое названо Баал-Цафон. И фараон как бы приблизился к израильтянам. И когда они увидели это, то они, у них был великий как бы страх. И они как бы воскричали Господу. И они сказали сразу Моисею, зачем ты вывел нас из Египта? Что нам не хватало там, как бы, не хватало, чтобы нам там убили, теперь нас тут убьют? У них было очень мало веры, как вы видите. Они говорят, теперь мы должны умереть здесь в пустыне. Лучше, а как бы мы были рабами. И как бы этот столб огня идет перед ними. Сколько раз вы видите этот столб, чтобы огня вел вас, и вы все равно не как бы не доверяете Богу? И как бы сказали Моисею, разве нет рабов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Это в 11 стихе 14 главы Исхода. Так что, как бы, Бог успокаивает народ и говорит, через Моисея говорит... Сегодня будет как бы спасение. И как Бог им сказал, а,
Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и видите спасение Господне, которое Он соделает». И как бы Бог будет за вас воевать. И тут он даже использовал такое слово, как «дарашун», которое значит как бы «замолчите», как бы «Бог будет за вас воевать, не переживайте». И Бог сказал Моисею, как бы почему... Это слово «тицах» — это как почти как кричание. И Бог сказал, как бы, пусть они все двигаются. И он дает им, как бы, инструкцию. Он сказал Моисею: подними, как бы, посох. И, как бы, раздели море. И народ израильский пройдет на сухой земле. Просто как он говорит, как бы это очень простое дело, знаете, раздели море. Это как бы великое чудо, а для Бога это как бы ничего. Бог говорит, как будто это просто как бы без значения, как бы маленькое дело для Бога. И как бы тут Бог говорит, как бы я получу как бы славу через это. И почему это все происходит? Фараон уже отпустил народ израильский. И может быть даже это, что Бог как бы воздает народу, не народу, а египтянам. И я думаю, мы здесь видим какую-то, как бы, отплату Бога назад к египтянам, потому что он истребил всю эту армию. И это, наверное, за то, что они, как бы, это, как бы, за угнетение народа израильского. И Бог как бы дает большое наказание египтянам за то, что они делали это народу израильскому. В 18 стихе: «И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараона». Так что, вау, уже столько было разных чуд, и они все равно не знают, что я Господь, как бы... И уже этот, как бы, столб огня перед ними, столб, эта туча, но все равно они не знают, что Господь есть Бог. Так что как мы, как бы, учимся? Мы, как бы, учимся через слова и образование, но Бог по-другому. Бог наказал им этим. Когда покажу славу мою на фароне, на колесницах его и на всадниках его. И, конечно, в наше время это не политически как бы правильно. Израиль сейчас как бы воюет против Хамаса, и их считают как бы ужасными людьми, что они как бы убивают людей. Но мы тут видим, что Бог наказал Египет за то, что они, как бы издевались над израильтянами. Во время Второй мировой войны, когда
Америка воевала с Японией, то в Нагасаки и Хиросима они как бы, может, не имели как бы вину в том, что Япония делала, но они заплатили своей жизнью, потому что как бы когда приходит к человеческим как бы плохим характеристикам, то когда мы чувствуем нужду, чтобы очень сильно кому-то воздать, и пастор Марк учит нас, что есть сейчас агенда, что как что чтобы есть агенда, чтобы как бы сделать как бы Израиль как бы демонизировать. Америка имеет где-то 2000 солдат в Аль-Бухамал в Сирии и в других местах, и в Ираке. Они там под миссией, чтобы истреблять ISIS, которые еще там есть. Мы знаем Аль-Каида и ISIS, что они сделали в Америке здесь. И Америка все равно там солдатами. Иран, который сейчас, который как бы, как бы нападают, за последние пару месяцев Америка как бы напала пару сотни раз. И как бы Иран на них уже пару сотни раз как бы нападает на американских солдат, используя этих террористов, которым они дают оружие. И что Америка сейчас говорит? Америка говорит: нет, мы сейчас не хотим как бы начинать войну. И потому что Америка сейчас так счастлива с своим пивом и с едой, что и никто как бы сам, вот эта идея, чтобы как бы умиротворящать как бы врагов, мы знаем, что это не работает. И Бог показывает здесь, что это не работает, когда он воздает египтянам. И мы знаем также из Германии, Второй мировой войны, что нельзя умиротворящать врага. Германия во время Второй мировой войны их как бы их не могли умиротворящить ничем. Они нападали на Англию и по всем этим странам. В 70-х годах были атаки в Риме, в Париже, в Германии. И вы знаете, что случилось? Это спрятано от глаз большинства американцев. Что случилось во время этих атак? Они споймали многих разных палестинских как бы террористов. Они споймали их и они выпустили. Они опустили их и сказали: окей, мы отпускаем их, но, пожалуйста, больше не нападайте на нас после этого. Это еще один как бы они пробуют умиротворящать врага. Пастор Марк, он написал эту книгу. И это большой, как бы, это предупреждение. И он предупреждает, пастор Марк, он предупреждает, используя историю,
он использует также и библейские как бы способы, чтобы увидеть то, что происходит сейчас. И это как бы должно пробудить всех. Потому что многие люди сейчас просто не верят в как бы в жесткие, как бы вообще как бы ни в какую жесткость, и просто хотят быть. Сейчас многие американцы хотят быть очень как бы мягкими. И есть что-то называется джихад. Пастор Марк написал также о джихад. Джихад в руке. Это тут написано, что если ты видишь инфидела, это как бы переводится в неверный. Так что в джихаде есть как бы это, если ты видишь неверного, есть также и хорошие, как бы просто, но есть и радикальный ислам. И в радикальном исламе И когда они пришли в эти арабские страны, то Англия, например, простые мусульмане были очень как бы... Они были очень покорны. И потому что у них было такое мышление, что как бы зло приходит от Аллы, типа от ихнего бога, и только Алла может как бы убрать этого зла. Так что они очень как бы были покорны и ничего не как бы... Но потом радикальный ислам где-то в 1930-х годов начал теперь говорить, мы должны брать типа закон в наши руки, и это радикальный ислам. И это что, как бы, Запад это не понимает, американские люди это не понимают, как бебечки в первом классе, в детском садике, потому что радикальный ислам не здесь, радикальный ислам... Это не здесь, чтобы просто как бы избавиться от Израиля. Радикальный ислам здесь, чтобы избавиться от Запада. Потому что если Израиль уйдет, вы думаете, что радикальный ислам успокоится? Нет. Радикальный ислам там не останется. Они будут дальше двигаться. Вы для радикальных ислама, вы враги ихни. И есть три разных как бы стадии джихада. Если ты видишь неверного, то убей его. Но если ты не можешь убить неверного, если может твой враг сильнее за тебя, то надо перейти на второй способ джихада. Так что, как бы, если ты не можешь использовать первый способ, то используй второй способ, это просто говори. Если ты видишь, типа, как этого неверного, ты не можешь его убить. Это что радикальный ислам учит. Если ты не можешь... Это ихний третий способ джихада. Это джихад в сердце. Это значит... Это что ты делаешь... как бы... Делайте как бы даже в джихад в как бы в секрете.
Я джихад в секрете, это если ты не можешь брать как меч в руку, как они учат, если ты не можешь даже говорить, то да, тогда надо просто в секрете собираться и практиковать этот джихад. И вы все увидели это в сентябре 11-м, когда джихад напал на Америку и убили тысячи людей. И когда они были готовы, они передвинулись с джихада в сердце, они сразу приступили в джихад в руку, или взяли этот меч в руку и убили столько людей. И видите вот этих, как бы, людей, как бы, идиотов, которые не понимают. И многие сейчас в Америке, сейчас как бы, они как бы продвигают этот джихад, этот джихад в сердце. Америка дает... Америка дает как бы оружие, чтобы Израиль мог воевать с террористами. И что теперь люди говорят? Они говорят, надо забрать у Израиля это оружие, надо, чтобы Америка перестала давать это оружие. И это как бы эту маску, которую они одевают, они как бы, может быть, этот джихад как бы в сердце, или... Они говорят, надо просто перестать давать это оружие к Израилю. Но что вы думаете случится, если Израиль перестанет получать это оружие? То джихад перейдет в руку. И будет сейчас маленький break. Сейчас как бы страшное время, но также и как бы захватывающее время. Наша вся сила в Боге. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим за этот учение, что ты дал доктору Дэнни. Помоги, чтобы мы понимали все, что происходит в мире. И дай нам твою силу, твой мир, твой шалом. В имя Господа. Аминь. И сделаем сейчас благословение. You have blessed us with the whole counsel of your living word by the power of your Holy Spirit through the completed work of Messiah Yeshua. You alone planted among us life eternal. Blessed are you, Lord our God. And as Mark would say, take a break. No one like you. There's nothing like your name. How majestic is your name. The heavens declare your glory. А Господь, нету никого, как тебя, нету никого, как твое имя. А небеса славят тебя, Господь. Как нам прекрасно быть с тобой. Господь, многие люди сейчас, может быть, нуждаются в твоей помощи. Может быть, финансов. Может быть, в семье у них проблемы. Проблемы, которые есть по всему миру. Отец, мы ставим себя в твои руки. Господь, заботься о твоих детей. Господь, будь с теми, которые сейчас в Газе, может быть, в Израиле, по всей Европе.
Господь, будь с твоими детьми и защищай. Мы нуждаемся в тебе, Господь. Аминь. Наша миссия есть, чтобы просвещать свет Торы по всему миру. Пожалуйста, дайте мне список всех, кого смотрят. Аризона, Калифорния, Колорадо, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Канзас, Мэйн, Мичиган, Монтана, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, Вайоминг. Вау. Спасибо всем, кто смотрит. И по всему миру. Южная Африка, Финланд, Кеймен, острова. Спасибо. Это Божья работа, и мы здесь, чтобы прославлять Его и только Его. Кажется, это все. Вот они. Давайте опять возвратим доктор Дэнни Бен Гики. Большое спасибо. Давайте продолжим. Торы порция. Я получу славу над фараоном, это значит, что я накажу его, чтобы Египет знал, что я есть Бог. И опять он говорит, что я получил славу над фараоном. Или как... И теперь этот столб этой... облако был израильтянами. И ночью этот столб огня давал свет. Так что два лагеря вместе, и потом что-то происходило как чудо, это было Рух-Хадин. Это был очень сильный ветер восточный. Этот ветер восточный был всю ночь. Был восточный ветер. И мы также получаем и натуральные, мы получаем это объяснение, что это долгое время случилось, чтобы это произошло. Потому что вода разделилась. Сильный ветер всю ночь, чтобы народ израильский мог пройти. И народ израильский зашел. И вода была как стена для них на правой и левой стороне. Египтяне преследовали их. И фараон и все его колесницы. И Бог сделал, что было у армии египтян, было конфузия, и они утонули в Красном море. И еще раз Господь говорит Моисею, простань руку свою, чтобы вода назад зашла на египтян, на их колесницах и на их конях. И народ израильский опять... Бог сам мог это сделать, но он хотел, чтобы Моисей был
вовлеченный как бы в этом деле, потому что Бог мог сам это все сделать. И Господь истребил египтян, и вода назад сошла, и вся армия фараона зашла как бы в море. И не осталось ни одного, даже ни один не остался. И народ израильский пошел по пустой земле. Слово «Йошуа» означает «спас». Господь спас Израиль из руки египтян. И израильтяне видели египтян как бы мертвых в море. И это было наказание от Бога. Может быть, сейчас политически это считалось неправильно. Как бы, может быть, сейчас говорят люди, вы можете воевать с Хамасом, но нельзя их наказать. Просто воюйте с Хамас. Ну, как можно с ними воевать, если они здания стреляют? Если Израиль как бы стреляет на них, то Хамас как бы прячется за людьми, за женами своими, за детьми. И это как бы шутка, что они думают, что Израиль как бы просто сам себя истребит, и потом они называют это геноцид. Израиль увидел великое дело, которое Господь сделал на египтян, и народ как бы получил этот страх Бога. Теперь у них был этот страх Божий, и теперь они поверили в Бога. И теперь это как бы это урок. Но когда они поверили в Бога. Мы как люди, мы верим когда мы видим что-то сильное. И когда этот народ Израиль увидел силу Божью, то они поверили. И потом пришел какая-то песня моря. Шарат Хаям. 15 глава. И это просто как бы песня для Бога, это псалм. Это не только Моисей пел, и тут написано, тут воспел весь народ Израиль. Тут колесницу фараона и войско его вернул он в море, и вся эта глава, это как, это написано как поэзия. Господь, я как бы стал спасением моим. И, Келли, можешь просто подойти? Может быть, во время некоторых из этих псалмов будешь просто чуть-чуть музыки добавлять. Но этот стих второй. Это часть Псалтыря 118 главы. Если продолжим третий стих. Господь муж брани, Иегова имя ему. Господь муж брани. Муж
брани, Иегова имя Ему. И это что как бы сделало этот страх в народ Израиля, потому что они поняли, что их не Бог силен. Шестой стих. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Этот стих где-то 500 или где-то 550 лет позже царь Давид использовал этот стих и поставил этот стих в Псалтырь, в 118 главу Псалтыря. Господь силен, и тут просто есть видно разные как бы характеристики псалтыря в этой главе, потому что эта глава была как песня. Это очень тяжело даже перевести. Английская интерпретация не может оригинально как бы эту идею передать, что здесь написано. Ну, чуть-чуть идею можно понять. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала как стена, огустели пучины в сердце моря. В сердце моря. Это слово в иврите. Это кафу, это как лед. Это стали как лед в середине моря. И от дуновения твоего расступились воды, влага стала как стена, густели пучины в сердце моря. Это может быть как Бог дул этот ветер, как сама акция, как Бог дул этот ветер. Здесь 11 стих. Кто как ты, Господи, между богами? Кто как ты, величивсен святостью, достоинством, хвалами? И видите, есть здесь как бы рекогниция в Библии как других богов. И, конечно, не ставится в маленьких буквах бога, потому что есть только один правдивый Бог. И есть три боги, которые как бы их рекогнизируют. И почему это как бы рекогниция других богов, почему это здесь? Это как-то, это значит что-то? Мы же знаем, что есть только один правдивый Бог. Ну, это показывает, что есть другие люди там, которые в другое верили. Потому что даже с ними были египтяне, может быть, которые верили в других богов, но они показывают здесь, что эти другие боги, в которые они верят, они неправдивые боги, потому что они не могут делать то, что Бог Иегова мог сделать. И даже в других странах, в Ассирии, в Бабилоне, верили в этих ненастоящих богов. Как они могли делать, чтобы люди как бы прославляли этих неправдивых богов и никогда не видели ничего от этих богов?
и они, что они делали, они говорили, что ладно, мы как бы не видим, может быть, дело наших богов, но мы, они что делали, они характерически, как бы, то, что они сами делали, они отдавали, как бы, типу славу своим богам, потому что ихние боги не были настоящие боги, их ли боги не могли никаких, как бы, чудес сделать. Чудеса происходили, и люди видели эти чудеса, и люди видели, что есть один Бог. Но даже видеть чудеса иногда не хватает, чтобы люди служили Богу. И как бы урок здесь, чтобы увидеть, что Бог был очень увлечен в битвах, и он был очень увлечен в как бы спасении израильтян. Это не было из силы израильтян, это Бог воевал за них. И это с никакими другими богами не происходило, с богами с маленькой буквы «Б». Ты простер десницу твою, проглотила их земля. И много людей там как бы пело это. И как вода их покрыла, земля их как будто поглотила. Ты ведешь милостью твою народ сей, который ты избавил. Как можно это сказать в то время? Сопровождающий силою твою в жилище святыни твоей. Это только могло быть написано после факта, когда они уже пришли в землю, обещанную им. Потом Моисей пел песню. А потом звучит как потом, после того, как это случилось. Как бы они увидели это чудо, и они это потом делали, они пели. Но это не что мы не видим в этом стихе. Что ты уже привел народ в святую землю. Это уже как будто написано, когда они уже вошли в обещанную землю, в Ханаан. В 14 стихе «Услышали народы и трепещут. Ужас объявил жителей филистимских». Где сейчас Газа? Ашкелон, Ашдод, Кириат — это Южный Израиль. Это где филистимские как бы были. Это как бы пророчество здесь. Услышали народы и трепещут. Это как бы пророчество. Потому что они уже знали, что случится. Тогда смутились князи Едомовы. И мы знаем, что это точно что случилось. Князи Едомовы. Трепет объявил вождей моавитских. Уныли все жители Ханаана. Мы знаем, что это что случилось, когда Иисус Навин вел народ израильский. Мы знаем, что Моисей умер прежде времени, он не зашел в обещанную землю. Но Иисус Навин и люди, которые остались, и новое поколение. Мы знаем, что первое поколение это умерло в этих 40 лет. Но свободные люди зашли в землю. Люди, которые не были рабами в Египте, потому что это уже было следующее поколение.
18 стих мы часто видим в молитвах. Господь будет царствовать во веки и в вечность. Это очень сильное, это очень сильно. Мы чуть-чуть посмотрим в Псалтыре здесь. И очень хорошо, что мы получаем арфу, как она сопровождает псалтыри эти. И еще что мы что-то видим, что пение женщин в то время, это как бы даже в мессианских собраниях это как бы смотрелось чуть-чуть странно в то время. Это не было сильно... это не было очень, как бы... обычно, чтобы люди танцевали. Но тут написано, что взяла Мария, пророчица сестра Арона, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и, и с ликованием. Ортодоксальных как бы служений не было танцевания как бы у женщин, но мы видим, что здесь они танцевали. И потом они вышли, они пошли вместо Марата, Тумара, и они могли там пить воду, и они назвали это место Мара. И маленькая, как бы, маленькая проблема у них пришла, маленькая, как бы, препятность, как бы, у них пришла, и они сразу начали опять начал народ бунтовать. Что мы будем петь? И Моисей помолился Богу. И Господь показал Моисею дерево, и Моисей как бы бросил часть этого дерева в воду, и вода стала хорошей. И здесь они сделали как бы жертву для Бога. Окей, продолжаем. И как бы в 26 стихе и сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповеди Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. И это первый раз, и где мы слышим эту коннекцию между Богом и исцелитель. Вот это слово «рофе», которое используется здесь, это значит как «доктор». Так что здесь Бог есть Бог-исцелитель. Давайте поставим первый, первый фотографию поставим. Не эту, а вот эту. Or it will be too difficult for you from there. Gam ani, let's say it together. Gam ani. Давайте будем вместе говорить. Бихли невел амитха Элохай. Азамра леха бехинор кдош Исраэль.
and the English, of course. I do praise thee with the harp. Yep. Speaking of thy truth, oh my God, oh my God. To thee will I sing with the lyre, O thou Holy One of Israel. This is the praise. This is the praise. This is Psalm 71:22 that mentioning the instrument of praise. Псалтырь, 71 глава. И здесь просто это видно, что говорится о вот этой арфе. Это Псалтырь, 5 глава. И это «Внемли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь». И мы здесь как видно, что здесь молимся к Богу, и, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Предыдущий. Много лет назад мой отец был полицейским в Израиле. И в 60-х годах всех полицейских делали, чтобы они меняли их фамилию для чего-то, что звучало больше еврей. И мой отец мне сказал, что мы будем менять фамилию от Мегиги. Я спросил его, что ты имеешь в виду, наша фамилия не еврейская. Я плакал. Я не хотел, чтобы мое имя поменяли просто так. Мою фамилию. Я взял Библию, я плакал. И я открыл эту главу. И тут написано «Амарай хазина Адонай, бина хагиги». Да, я отцу написал «хагиги». И он перевел это к полицейским, и он им показал хагиги, и они сказали, окей, ты можешь иметь эту фамилию, потому что это хагиги значит как бы молитва или как бы медитация. Кто хочет прочитать Псалтырь 118 главу? Из тесноты возвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек. Mary, Sherry, Terry, Carrie, doesn't matter. Every E sounds A, every A sounds A. A is A, like in Mama and Papa. E is A, like in Mary, Sherry, Terry, Carrie, Barry, whatever, you know? Если видите букву А, то это как это звучит только буква А, не A. Точки просто разделяют слова, чтобы было их легче читать. Мин Хамадсар. Tradition, believe it or not, an ancient tradition that says that it's better to pray in Hebrew even if the praying person does not understand the words. Why? Because the belief is the Hebrew tongue resonates very differently and it connects to the creation. God, remember we talked about... И так что здесь
еврейский язык очень, когда Бог говорит, пусть будет свет, в иврите написано «будь свет», он говорит слово «Егиор». Он использует часть своего имени в иврите, когда он делает сотворение, он часть Божьего имени, использованная в творении. И это почему еврейский язык очень, как бы, мы верим, мы верим, что Бог слышит любой язык, Бог слышит, и Он слышит в любом языке. Но я верю, что если мы молимся на иврите, то мы используем как бы язык, который Бог использовал, когда Он сотворил. И мы верим, что это делает как бы глубоким. Что Господь использовал 22 буквы, которые иврита. Сейчас эти 22 буквы, которые Келли играет на арфе, эти 22 — это каждая буква для каждой струны. Это имеет что-то с сотворением, когда Бог как бы сотворил, сотворил землю. Давайте посмотрим дальше. Видите эти слова? Где вы видели эти слова раньше? Иешуа говорил эти слова. Слова «Ели-Ели», скажем, в иврите. «Ели-Ели», «Лама Азаватани». И это переводится: «Боже мой, я воплю днем, почему ты как бы оставил меня, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Это, конечно, это царь Давид как бы говорил эти слова, и, может, это когда царь Давид чувствовал, как бы, что он был один. Мы знаем, что Бог никого не оставляет, но просто царь Давид чувствовал так, и он пел так. И так легко мы видим, что даже израильтяне так быстро не теряли эту веру в Бога. И приходит как бы маленькая проблема в жизнь, и сразу, о, Бог меня оставил. Даже после моя мать, она как бы выжила Холокост, и многие люди говорили, как, где был Бог, как Бог мог разрешить, чтобы что-то такое случилось. И некоторые люди начали думать, даже после октября 7-го, люди думали, даже это слово «Холокост» — это неправильное слово, это после греческого слова «Холокастес», которое значит... «Холокастес» значит... Это как бы желание, чтобы предать как бы в жертву. И
и как можно это слово можно как бы представить к тому, что Гитлер, что нацисты делали к людям израильским, евреям. И мы пробуем как бы поменять это слово на чоа. И чоа это значит как бы большой ужас, как бы многих людей, которых убили. Как бы без желания Бога за этим, потому что мы знаем, что Бог не хотел, чтобы это было. И я про это с пастором Марком говорил. И теперь мы переходим к Богу. Псалтырь, 16 глава. И всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. It rings differently and it vibrates differently. There's whole many books written about it, both Jewish and Christian. What Hebrew does. И есть много книг написано, а как еврейский язык просто по-другому звучит и резонируется по-другому. You know, there is impact to words. Words are impacting. We can say. Знаете, есть как бы значение слов, и слова имеют силу за ним. Можно делать мягкие слова. Можно слышать как бы мягкую музыку. Вы чувствуете как бы расслабленным, когда мы слышим это как бы мягкие слова или мягкую музыку, и оно успокаивает. А если наоборот, если как бы острые слова, плохие слова, если кто-то что-то очень как бы жесткое говорит, то оно делает злость, оно делает как бы люди потеют, и слова имеют силу, потому что слова, которые мы думаем просто слова, они имеют физическое значение. Если вы думаете, что слова не имеют никакую силу, то как вы можете молиться? Когда мы молимся, мы просим, чтобы Бог отвечал. Это как бы молитва сердца. Слова имеют как бы значение, имеют силу. И когда мы говорим в иврите, то мы верим, что они имеют другое как бы значение. Каждую песню, которую мы говорили, мы знаем, что Бог слышит. Иногда мы думаем, что Бог не отвечает, но мы знаем, что Бог слышит. Давайте посмотрим на следующее. Это молитва за исцеление. Если кто-то думает, что они не нуждаются в исцелении, то они заблуждены, потому что все нуждаются в исцелении. Псалтырь, 30 стих. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Псалтырь
нас всех. Уварух цури, виярум Элохей Йиш'и. Right, Йиш'и, against, it's salvation, right, the word salvation. God lives, and blessed is my rock, and exalted shall be the God of my salvation. You notice here that David does not pray, he does not bless God. The idea of a human blessing God is a very, I would say, out of the reach of human beings, out of the range of what we can do. We cannot bless God. Потому что мы как люди, мы не можем благословить Бога, но мы можем славить Бога. Бог благословен без наших слов, Он не нуждается в благословениях людей, потому что Он Бог, но Он нуждается, он Ему нравится, когда мы Его славим. So if we have the power, this is to bless, it's a verb in English, or in Hebrew too, barech, and it's considered to be... Благословить — это... Это как бы... Это глагол. Так что, когда мы говорим «благословить», когда я благословляю тебя, это значит, что я что-то тебе даю. Если я имею силу благословить тебя, то это значит, что я тоже имею силу убрать у тебя благословение. Я могу что-то дать и что-то забрать. Это ставит человека в силу, позицию силы. И мы знаем, что мы не имеем эту позицию, чтобы давать Богу или забирать у Бога что-то. Мы нуждаемся в благословении от Бога. Так что это в чем идея. Мы не можем благословлять Бога, мы можем просто... Мы не можем благословлять Его, но мы можем прославлять и петь Ему, и молиться Ему. На следующего переходим Псалтырь 3.5. Голосом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Это еще одно за защиту. А уже время. Давайте еще один посмотрим. Псалтырь 17. Сейчас пастор Марк там имеет миссию эту, чтобы принести это слово к тысячам людьми там. Это важно, потому что многие люди там лидера. Его слово там — это как бы предупреждение. Это его как бы очень важное слово там. И я верю, что мир должен слышать это слово, что Марк должен сказать. Я верю, что пастора Марка надо, чтобы его слово его вышло, что он проповедует. Так что обои там помогают пастору Марку. И есть тут прекрасная молитва, которую я нашел в Псалтыре. В английском или по-русски написано 118 главе 25 стих. И тут написано: «О Господь, спаси же, о Господи, спаси». Поспешествуй уже. И тут написано, как бы, пошли, как бы, успех.
правильный как бы перевод это успех. Давайте перейдем к песне здесь и мы закончим. Псалтырь, 150 глава. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. И мы закончим с одним словом. Я видел много английских библий, написано слово «Аллилуйя», но в этом слове нету «А». Тут «Халлилуйя». Это приходит от это слово «Халлилуйя», это приходит из, как бы, из легких. Это как дышать, жизнь эту. И мы просто молимся от души. И это как правильно мы говорим это слово «Халлилуйя». Я хочу всех поблагодарить. Простите меня, что я забрал время. Раба шалом. Спасибо, доктор Дани, очень много. У Бога есть благословение для всех вас, и оно очень короткое, но очень сильное. Я не могу вам в иврите прочитать, но я вам по-английски прочитаю. Это пророческое благословение. Пожалуйста, встаньте. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да прижит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Шалом, идите с миром.